Это баня, да. Сауна. Hey, you can stay seated, but don't touch the wall with your back. Смотри, она выточена из камня. Как это вообще тогда можно было сделать? Как это без станка сделать? Так она даже еще и... Я не понимаю. Относительно гладкая. Как это вообще? Слушай, без станка такое сделать. Ну, пацаны умели делать. Саечка на полу. Какой-то мужик. И это древнеримская баня. Все сауны, термы, в общем, термы. Судя по всему, здесь они сидели на этих полочках. Или внизу, или лежали. Надо посчитать будет. Похоже на туалет. Ну правильно, в туалет сходил, потом помылся. Нормальная тема. Нормально. Тело в чистоте, так сказать, и в порядке. Что еще надо? Как такое без станка можно сделать? Я вообще не представляю. Tutti scienze, mo, il ponte di Sorrento, il ponte di vetro sul mare. Costava giusto, ponte di Sorrento è chiuso, il ponte di Castellammare è chiuso per i lavori di restauro. C'era il traffico la domenica scorsa? Sì, adesso stanno tutti facendo la litoranea. Вон там стол наверху, мраморный стол, вообще прикол, класс. Это вроде как дом Нептуна и Афродиты, если я не путаю. Надо будет потом посчитать. Вот так он называется. Все в росписи. Фрески.
Есть табличка, что это такое? А вот смотри, вот это тут, вот это вот, это настоящее дерево того времени, того наверное. Времени. Оно, видишь, обуглилось. И вот оно, смотри, видишь, тут деревянная облицовка была. Yes. Так, что это? Вот, смотри, тут еще есть фрески. Ага, вот что это такое. 17-18. Ух ты. Это не... Это похоже на римский рукомойник. А он канава. А здесь снова кухня. Печечки. Горшочек. Нормальный такой горшок. Все горшки. Или кухня, или склад, непонятно. Скорее всего, и то, и другое. Это бумажка, вот та стена, на которой написано, ну, если судя по тому фильму, что надо хранить город в чистоте, тот, кто будет мусорить, тому штраф, а если раб, то будут его пороть. Вот здесь. Оружие нужно держать заточенное, но блестящее, не... в чистоте. Да, но вот тут именно написано, что не свинячить, а то будет ай-яй-яй. Пойдем вот там посмотрим. Непонятная фигня в ящике. Надо будет потом почитать, что это такое. Боттега. Это вроде как отель, что ли? Или кухня. О, фресочки. Casa del Colonnato Tuscanico. О, это походу старая оконная рама, что ли, или дверная. Какая-то арка. Что? Арка, говорю. Возможно, это вход в город был. Или выход. Вот тут написано, что это... Нет, это про фрески, которые здесь написано. Это опять кухня. От небось канализация. Ну что, выходим дальше? Ну да, ну мы тут не смотрели еще. Посмотрим здесь быстренько. Ох, тут много всяких номеров. Все фрески. Почти ничего не все было. Не, вот там внутри еще есть что-то. Сейчас мы туда забежим. Какой-то стрёмный шмель тут летает. Конкретный такой. Седжи дегли аугустиали, как написано. Походу какой-то богатенький домик. А он, видишь, второй этаж там или крыша, он прям куски ее торчат вверху. Вот эти фрески, про которые там написано. А ты говоришь, ничего не сохранилось. Вон они все, смотри, как классно. Потом почитаем. Времени нету, осталось минут 40 тут лазить. Закроется в 6.
Вон там дерево старое, видишь? Черное. Ну, это все детали этого же дома. Этого большого дома. Кована тут усьяну пустяко. Лестница. Casa del 2A3. Ладно, идем внутрь. Заходим, смотрим. Вот пусто, да, все уже облезло. Либо тут ничего и не было. Вот тут есть рыбка. Видно. Вот это рукомойничек, а это сток и канализация. Видишь, тут походу пооставались какие-то остатки дверей, что ли? Дерево, да, дерево горело конкретно. Ставни.